правильно понимаю? Значит, что да. Вроде вы на кухне. Простите, мы не будем продолжать играть игру по названию Hell Wanted Dem. Ой, какой демо, бета-версия. Да, и вы на канале, конечно, Pussy Channel. И сегодня продолжим проходить эту прикольную игру. Да, интересно, тем более, да. И вы на канале Pussy Channel, еще раз вспоминаю, чтобы вы не забили. И это, если что, третья серия. Нажимаем начать. В прошлом серии мы прошли вторую ночь и... Ну, во ФНАФе 1 вторую ночь и во ФНАФе 2 вторую ночь. А сегодня пройдем, не знаю, что пройдем. Что пройдем, то и пройдем. Логично. Так, я хочу еще раз, один раз, жёлчик, попробовать починить Бонни. Welcome back to part of the service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside the throat pipe. Ну, вопрос. To access the throat pipe, both eyes must first be closed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye. Carefully remove it from its socket. Посмотрели стрим? Ой, какой стрим? Скримак! Классно! Нет, давай лучше в меню зайдем и пройдем эти ночи. Ну, вы поняли, практически. Вы мне не написали в комментариях. Наверное, вы не знаете, как это пройти. И давайте ФНАФ 2 в третью ночь, а потом ФНАФ 1, 3, 3 ночи. Так, что тут у нас будет? Фонгай! Ничего нового! Не знаю, что тут. Ой, я взял стакан. Стакан не выкинул в мусор. Поражаем, что тут. Подружается. Все нормально. Визор-аниматроники не встали, ну и хорошо. Нам не нужны проблемы. Ой, Бонни, все, ну посмотрите на кого хитрого зайца. Он что-то про Мангала говорит. Говорит. Да, заряжайся, шкатулка. Ну серьезно, уже Чика ушла. А шкатулка? Так, тут нету. А! Не! Уйди! Здесь он наш ушел, этот Фокси. Он меня мог уже давно напугать. Убить. Да. Уже 2 часа ночи. Тут Бонни атакует и Фокси. Вот эти пьяные аниматроники не двигаются. Hi. Почему они пьяные? Я всегда говорю на аниматрониках пьяным. Реально, они должны развлекать, а не пугать. Пугать это наоборот. Устрашающе что. А здесь тут можно носик нажать? Ну, Фокси. Ты на неподходящий момент пришел. Ушел, голубой. Так. Если у той Фредди еще не светится. Ну, типа.
У него тут зрачок, значит, он еще не собирается атаковать на меня. Я правильно понимаю? Знаешь, что да. Ну, вроде да. В втором серии так и было. В каждом серии что-то новое, да. Разнообразие. Уйди, уйди, уйди! Мы вас не звали. Мы вас видели еще. Он пока что не атакует. Заряжаем шкатулку. Уйди, 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 уйди. И той Фредди ушел. И игрушечный Фредди. То есть. Мне очень нравится вот эта игра. Hello. Ты ведь фанат. Скотт Аттона. Это мой любимый разработчик. Я, короче, решил отдохнуть, а потом подумал. Как я отдыхаю, то могу снять за это время видосик, как я отдыхаю. Потому что я работаю иногда. Ну, типа, делаю монтаж видосиков и еще делаю игру, да. Там во Фнафанэме я, ну, типа, пост оправлял, можно так сказать. Где вот Wizard аниматроник, вот я не знаю. Только Wizard Foxy пока что идет. Там вроде еще Той Бонни идет. Это где Мангл? Вот у меня такой вопрос, где Мангл? Вот реально, где Мангл? Мангл, это хитрая. Мангл. Ой, чек, я думаю, кто там такие глаза имеет? Да, победили! Победили. Что дальше? Вот, нифига себе, какой подарочек! Плюштра. Я типа проиграл, да? О, фух, хорошо, что на андроиде сделали так, когда тебя пугают, то, ну, типа, считается, что ты прошел эту ночь. Давайте сейчас не FNAF 1 пройдем, а пройдем, где Мангл. Да. Боняху я не знаю, по какому надо чинить. Там вообще глаз падает. Что нажать? Welcome to Vet Repair. Fazbear Entertainment prides itself on having the most comfortable facilities. Each facility я первый раз прохожу эту игру. Ну, типа, режим. The four active indicator lights mean we have a well-functioning ventilation system. Your headlamp should protect you from any critters who may have stumbled into the ducts. As a certified vet technician, you should need no instruction. However, in case of an emergency, it is important to remember that as the vent technician, you should never, under any circumstances, attempt to lift the lid. Что случилось? Что случилось? Он открылся. Боже мой, не надо так пугать! Мангл, серьезно? Что делать? Это он принял. Уйди. Что дашь? А тут что тут?
А тут что-то сломалось. Боже мой! Она откуда пришла? Я ее не вижу, но реально. Может, она наверху была? Подожди, вроде наверх нельзя смотреть. Да. Подожди. Алло, почему бесконечно белый экран? Я перезайду, для вас будет секунда. Да. Так, как вы поняли, я перезашел в игру. Что, какой-то баг произошел. Так, сейчас тут будет манго, я знаю. Не. А чё? А почему она атаковала? Она вас не может, ну да. Если подумать логично, то да, не может. А, на её надо светить. Ну чё? Только не пугайте. О, вроде все. Где? Надо объяснить, где. Понял. Ой, не. А тут еще любят ангел ходить. Боже. Дай прогнать сначала манго, потом уже будем разбираться, что тут делать. Так, что это? Синий, зеленый. Только что хотел проверенную манго, не издевайся. У вас будет одна секунда, как я вернусь обратно, где эти цвета. Да. Так. Я заново все прохожу. Сейчас доберемся где цвета. Тут надо будет делать. Ой, как? Опа. Все сделал. Так, и надо вот это нажать сейчас. Сейчас будем с этими цветами. На цветах. Вот так, смотрим их. Так, сейчас смотрим, какие цвета. Синий, оранжевый. Все, все. Что дальше? Все! Затащили катку. Наконец-то. Фу. Что-то было. Не очень легко, да. Какая-то была вибрация. Окей, открываем. Ура, подарок нормально, а ты не плюштра. А то и Фредди. Кидаю. Куда ты проп... От него только дым один остался. Вот это поворот. Новые технологии. Подожди.
Давай нажмем рычаг. Смотри, где манго, теперь есть кошмарный режим. Ну, мы обязательно поиграем в кошмарные режимы. Да. Здесь снова вдвое есть две кошмарные режимы, а тут только один. Где манго уже открыто, но мы будем, конечно, проходить, где нормал и третья ночь FNAF 1. Конечно, выход Wanted бета-версия, а не демо, как я хотел сказать. Мы уже демо прошли полностью. Бросить трубку, как всегда, нельзя. Тут пока что монеток нету, то не надо ничего искать такого. Смотрим, Фокс. И смотрим на этих. Что он говорит? А Кексик что-то говорит? Я не понимаю его. Вот так надо. Куда? А где Кекс? Кексик исчез! А, вижу курицу. И вот и Бонни. Дичика. Она вроде в кухне. Уже первый час, так быстро. Так быстро летит время, оказывается. Когда играешь. Ну, конечно, сейчас зима. Конечно, я снимаю всегда вечером видос. И сейчас я снимаю вечером. То должно быть наоборот, долго время идти. Ну да. 81%. Да чё-то. Вот Чика. Бонни, не знаю. Где? Ой, Фокси. Близко. Ну, типа, он уже готов бежать. Так, Федор не идет. Это хорошо, прекрасно. Ой, боже мой, а чё ты пугаешь, Чика? Мы вас не звали? Да. Мне не нужна пицца, спасибо. А не голоден сегодня. У меня во, есть коктейль. Как выкинули. Всё, нету Чики. Где поняха? О! Супер-пупер в зае. О, куда те, кто побежал? Конечно, Фоксян. Фоксянушка. Так. Фредди, вы на кухне. Не надо пугать. Не-не-не. Он смотрел на мою сторону. Погоди, чё-то. Иди на место. Ты Бонни уже пошел на свое место, я не знаю. Пошел тут и нет. Вот это, я не понимаю. Да, ушел. Где Федор? Я это не знаю. А что надо сделать с Федором? Во FNAF Help Wanted. Потому что я не понимаю. Фокси. Фокси не идет. Ему лень. Иди ко мне. Федор куда-то пошел. Нет. Фигушки-пердедушки.
Так, там Чик уже. Ушла. И пришла! Вы посмотрите, какая она шустрая. 5 часов! 5 часов она должна выжить. Теперь мне надо держать двери, чтобы Фёдор меня не напугал. Иди, Фёдор! Ну ты мне мешаешь. Я ещё тем более не знаю, что с тобой делать. А, он пошел мимо меня. Слепой заяц. А слеп кто-то. Конечно, это заяц. Да, победили. Пом-пом. Я так переживал, что я умру. Ну, именно в игре. Да ладно, вы скажете. Открываем. И... Чипсы? Серьезно? Эл, чипсы. Болт and spice. Ой, я не скушал. А как кушать? Вот так? Спак. Спак. Ну, конечно, пройдем 4-ю ночь. Во FNAF 1 и во FNAF 2. 4-ю ночь. И еще в 4-м серии пройдем Circus Baby. Вот этот. Да, именно Circus Baby. Ну что? О боже, не это надо. А мне нужна вот такая... Ту-ту-ту. Музыка кошмарная. Ну что? Будем что? Правильно, прощайтесь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Что, конечно, я стараюсь. И ставьте много-много лайков, чтобы я понимал, что вам нравится этот видосик, конечно, да, и чтобы было больше у меня настроения снимать видосики. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать другие интересные, необычные видосики и стримы, конечно, тоже. Ну и пишите комментарии, мне будет очень интересно почитать. И всем пока-пока. 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 До следующей серии. Пока всем. У-ху, пока.